Радин Олег Михайлович, владелец галереи «Ая», художник, журналист, поэт, музыкант, чтец и на гитаре игрец. Учился в политехническом институте, учился хорошо, ни одного завала не имел, 8 лет проучился, доучился до 3-го курса и с ним распрощался. И пришел работать в театр. И в театре я проработал 13 лет, прошел по профессиональной лестнице от бутафора, декоратора до заведующего художественно-постановочной частью до художника-постановщика, вернулся в бутафоры, потом стал сапожником и, работая сапожником, на 1/3 часть ставки зарплаты 32 рубля я открыл в городе Курске первую частную картинную галерею, которую назвал «Ая». Я не ищу каких-либо сюжетов, не заставляю себя мучиться по поводу того, а вот что я сегодня напишу, вот какое настроение, какие чувства меня одолевают, что у меня в сердце, что в мозгу, то я и пишу. В последний период я где-то месяца полтора не писал ничего. И вот сегодняшней ночью я написал картину, которая так и называется «Бессонница». Лег спать, и чувство, мне чего-то не хватает. Не могу заснуть. Я встал, вылил на холст краски, и получилась картина «Бессонница». Я горжусь работами курских художников, которых, к сожалению, уже нет в живых. Это Парашечкин Владимир, Мартаненко, Ольховиков, Шуклин и многие-многие другие. И я счастлив тем, что эти картины сохранились в моем выставочном фонде. Некоторые из этих картин были переданы в галерею имени Дейнеки. Но и картины современных художников, которыми я тоже горжусь. Например, Юлия Бартенева. И буквально позавчера она получила установленную нами премию, народная премия имени Малевича. Вот Юлия Бартенева стала 5-м лауреатом этой премии. Вы знаете, мне запоминаются встречи, которые проходят не в моей галерее, которые проходят на улице. Иду я по родному, по своему любимому городу Курску, а навстречу мне бежит какой-то невзрачный человек, как-то не очень хорошо одетый, может быть, даже в не очень хорошем настроении, подбегает ко мне и говорит: «Ой, вы художник, вы Радин, можно с вами поздороваться?» Я говорю: «Конечно». Вот. И когда кто приходит в мою галерею, для меня нет разницы, пришел ли чиновник или какие-то люди, которые шли просто мимо с авоськами. Вот минуту внимания отвлеку. У меня была самая лучшая выставка, которая, я считаю, для меня самая дорогая. Это вместе с поэтессой Аленкой Востриковой. Была моя картина и ее стихотворение. Картина и стихотворение. И ее стихотворение – это не было иллюстрацией картины. Это мы где-то на ментальном уровне вот так вот одинаково мыслим. И вот я проверяю, как. Заходят две тетки, это не обидное слово. Ну, тети, которые из магазина с авоськами шли мимо, зашли. Одна начинает смотреть, ставит сумку, другая теребит ее за руку: «Пошли, пошли отсюда». Ну, говорит: «Постой, иди сюда». И они доходят до середины зала, и одна уже смахивает слезу. Наверное, это не от моих картин, а от стихов Аленки Востриковой. Но это показатель. А другое, когда приходят конкретные пацаны, я говорю: «Ну, Лян, ну что ты тут намазюком, ну-ка дай-ка посмотрим, вот это самое, вот». Собираются уходить, другой наверное: «Слушай, вот это меня цепануло, вот это вот». Вот таких зрителей я люблю и уважаю, и ценю. Сейчас у меня сложная работа, объясню почему. Я очень неорганизованный человек. И когда мне надо что-нибудь найти, это приходится какие-то короба перекапывать, переискивать. Я горжусь своим музеем Казимир Малевич Курским. Потому что те уникальные фотографии, которые есть у нас в музее, их нет в мире. И когда мы делали выставку одной фотографии, когда Казимир Малевич привозил выставку «Ослиный хвост» в город Курск, это была мировая сенсация. Но музей этот вот при входе, он занимает пока минимально одну стенку. Когда это будет грандиозно, я еще не знаю. Музей у меня собран в таком альбомном виде, как раньше там к столетию Ленина или к революции делали. Вот сейчас я работаю над буклетом, над этим
музеем Казимира Малевича Курски. Надеюсь, скоро я все-таки это одолею. Потому что вот где-то одна бумажечка лежит, а ее найти не могу. Где-то еще какая-то фотография, которую надо найти и собрать все воедино. Надеюсь, скоро получится. Свободное время валять дурака. А валять дурака это как уже получится. Лучшее вот времяпровождение, когда вот хочется освободиться от какого-то негатива, я вот просто иду по улицам и киваю: привет, здоров, привет, здоров. Люблю читать только... Вот я уже сегодня говорил про Аленку Вострикову. Я первое стихотворение ее увидел в интернете, написал ей, я говорю: принеси мне вот в бумажном виде. Не могу читать в интернете. Это любое произведение, прочитанное в интернете или на планшете, это как бы какая-то информация, считанная тобой и кем-то заряженная. Когда берешь книгу, это книга. А мой любимый – это, конечно, Владимир Владимирович Маяковский. И его последователь, я считаю последователем, Владимир Семенович Высоцкий, который не только гениальнейший песни, а когда читаешь его стихи, ты понимаешь, почему он любил Владимира Владимировича Маяковского. Ну и «Облако в шинах» моя любимая. «Славьте меня, я великим не чита, над всем, что сделано, я ставлю нихель. Никогда ничего не буду читать. Книги? Что книги? Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и запел вдохновенный простак, пожалуйста. А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходят размазоли в отображение и тихо барахтается, кини сердце, глупое вобло воображение, пока выкипячивает рифмами пеликая, из любови соловьев какое-то варево, улица корчится без языка, ей нечем кричать и разговаривать, городов вавилонские башни, возгордясь, возносим снова, а бух города на пашне, рушив мехая слово. Улица мука умолча перла, крик торчком стоял из глотки, топорщились застрявшие поперек горла пухлые такси, костлявые пролетки, грудь из пешеходили чахотки площади. И когда все-таки выхаркнула давку на площадь, думалось, в ходах архангелов хорала, бог ограбленный идет карать, а толпа присела и заорала: идемте жрать! Гармидруют городу группы и крупики, грозящих бровей мощь, а во рту умерших слов разлагаются трупики. Только два живых жире, сволочь и еще какое-то, кажется, борщ. Великолепно. А у меня спрашивают: а почему ты поставил памятник, посвященный любимой еде художников борщу? Да это же Маяковский, это не я. Молодым художникам я пожелал бы ничего не бояться, смело использовать любые краски, плескать их на холсты в любом настроении, в любом состоянии и дружить с поэтами. Вот за моей спиной моя картина, которая называется «Цветок под солнцем растущий». В Курске существует клуб поэтов, и они объявили конкурс на лучшее стихотворение по моей картине. Этот конкурс несколько лет назад прошел, я издал буклет, 32 стихотворения написали ребята и девчонки, и ни одно не было вот такое иллюстративное, было просто великолепно. Поэтому художники, дружите с поэтами, поэты, дружите с художниками и ничего не бойтесь.